время обучения, на самом деле, очень интересное качество теряет. Свитность, да? Сам по себе бросок, мы понимаем, как он происходит. А мы его разбиваем на встречу, на вход закручивание, на сам бросок. Поэтому попытайтесь в какой-то момент вот его вытягивать. Мы начинали с вами с вытягивания. Для движения шло вперед. Сейчас вам понадобится как раз ваше вот это вот движение. Я не видел никакого желания бросать, да. Показывать свою намеренность. Нельзя вот так. Вообще нельзя. Пусть он боится, что он будет вот. Хотя могло быть не опасно. Раз, дистанция. Не заваливай дистанцию. Сейчас вот стоишь. Моя задача. Здесь начать бросок. Уйти с линии, потом туда бросок. Еще мягче. Раз. Подогреть. Я думаю. Скажем так, третий вариант.